Всем привет, друзья! Вот выходит новая теория на канале, вы уже догадались по названию этой игры. Мне написали комментарий вот под новым видео «Новогодние близнецы». Кто еще не посмотрел, обязательно посмотрите. Вот этот комментарий. «Сделай, ПЖ, новую теорию». Ну, хорошо, сделаем. И сейчас я буду уже рассказывать смысл игры «Мистер Мид». Мистер Мид, а точнее Мистер Мясо, это главный антагонист в игре Мистер Мид. Он носит синие плавки, фартук с логотипом его компании Мистер Мид. На руках у него татуировки, а также он любит ходить и есть мясо. Вот, фотографии. Это незадолго до действия игры к нему устраивается на ферму работать девушка по имени Амелия Кларк. Мистер Мид похищает ее и запирает в одной из комнат бункера. Уже во время действий игры главный герой приезжает на ферму, чтобы найти Амелию и спасти ее. Вот, видите? Тут надо разгадывать головоломки и спасти девушку. Но мистер Мид, конечно же, мешает ему это сделать. Вероятно, Амелия не первая жертва мистера Мида. В лаборатории можно найти еще трех девушек в разных степенях превращения в свиней. Также можно найти фотографии девушек в секретной комнате. Также поведение мистера Мида. Он гоняется за главным героем, если увидит, он оглушает его куском мяса. Ну, если, конечно, догонит. Он может идти на источник шума, но он не может приседать как главный герой. Это плюс. Вот, интересный факт. Тут описание Keplerians разработчики еще не поменяли. Вот, чума, зомби прибыла в ваш район. Ваш сосед-мясник хочет вас поймать. Ну, конечно же, это не мистер Мид, а, конечно же, это раньше, который персонаж назывался Джон Мейсон. Из игры Психопат Хант, ранее игры Мистер Мид. Ее, конечно, переделали с игры Психопат Хант в Мистер Мид. Вот. Это та же игра, но уже обновленная. И, конечно же, новый персонаж. А того убрали. Теперь давайте посмотрим первую сцену в игре Мистер Мид. Это мы приезжаем к нему, чтобы спасти Амелию Кларк или Ребекку, либо арестовать самого мистера Мида. Когда мы решим все загадки, то мы спасем Амелию Кларк. Смотрим полностью конечную сцену. Кстати, все сцены уже обновили в HD качество в игре Мистер Мид. Вот и другая хорошая концовочка. Здесь мы арестуем мистера Мида, и на этом заканчивается игра. Вот, Амелию Кларк тоже забрали. А вот и третья концовка игры, но она не полная. Тут мы спасаем Ребекку, дочку мистера Мида, вместе с ученым. Смотрим. Ну, интересный факт также, что раньше игра называлась Психопат Хант, пока Keplerians не купили игру у разработчиков Calypso Games. И раньше не было в этой игре режим призрак. А вот и истинная концовка игры Мистер Мид. Спасение Ребекки. Сейчас Ребекка выпьет зелье и превратится обратно в человека, а не в свинью.
Все, сейчас мы будем ее спасать. И уезжаем. Смотрите. Мистер Мит обнаружил, что Ребекки нету. Смотрите. Рисунок. Также у мистера Мита была раньше семья, и он направляется на поиски ученого и найдет свою дочку. Так, ну, геймплей игры — это типичный простой геймплей, который ничем не уступает Грэнни. Против вас играет мясник мистер Мит, у вас есть 5 минут, раньше это было 5, но сейчас уже 3. Если проиграешь, то будет проигрываться конечная сцена. С самого начала игры дается автомат, также в игре есть 4 режима. И давайте сейчас обсудим, кто такая Амелия Кларк. Ну, это же персонаж из игры Мистер Мит. И это молодая девушка, 28 лет. У нее коричневые волосы, брюнетка, носит белый халат и синие штаны. Сюжет. Она устроилась на стажировку на ферму мистера Мита, после чего мистер Мит ее похитил и запер в одной из комнат бункера. Интересный факт. Второй персонаж, которого можно переносить. У одной из свиней в лаборатории одежда такая же, как у старой модели Амелии. И также еще один персонаж есть. Ну, это свин-мутант мистер Мита. Вот свин мистера Мита — это страшная свинья, которую он держит на хоздборе. Чтобы избежать этой свиньи, нужно спрятаться на хоздворе, там есть туалеты, либо усыпить, ну, либо же, конечно, завалить дробовиком. Ну, интересный факт, что от него можно сбежать, когда он замедляется. И также еще есть ученый, который нам помогает спасти Ребекку. Давайте теперь посмотрим плохие сцены. Кстати, вот это, походу, новое, я ее ни разу не видел. Нас привязали тут. О, и смотрите, он лупит нас. Миссия провалена. А вот и вторая конечная сцена, плохая концовка. Интересный факт также, что версия 1.9.5 этот обновили все эти сцены в HD качестве. Все, мы проиграли. Вот третья плохая концовка. Смотрите, он свинью-мутанта сейчас отпустит. Скорее всего, она на нас побежит, набросится. Миссия провалена. А вот и четвертая плохая концовка. Он что-то готовит из нас в красном зелье. Смотрите, мы в лаборатории. Он куда-то нас поместил. И все, на этом игра заканчивается. Также, возможно, в игре Мистер Мит будет продолжение, Мистер Мит 2. Вот, разработчики Киплериенс рассказали тут все. Это новости. Вот, после ареста Мистера Мита он попадает в тюрьму. Вот, видите. И, скорее всего, там уже будет продолжение. И будет раскрываться полностью сюжет. Смотрите, полицейский стоит. И еще какие-то люди. Друзья, я надеюсь, вам понравилась эта теория. Обязательно оцените ее лайком, подписывайтесь на мой канал, также комментируйте. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.